Английский был моим слабым местом со школы. Когда я работала, мне очень хватало знаний английского. Я не могла читать иностранную литературу, не могла проходить обучающие курсы. И вообще, разговор на английском вызывал у меня огромные проблемы. Я выпаливала набор слов, не разбирая предлогов, времен, артиклей. И у людей было такое выражение лица, что я с какого-то момента просто перестала говорить, я ужасно этого стеснялась. И, конечно, многие двери для меня были закрыты, я была очень ограничена. И когда я вышла в декрет, я решила исправить эту ситуацию, я решила заняться английским и потянуть свой уровень. Муж мне скинул статью о скаинге, в этот же вечер я записалась на пробные занятия, и вот уже больше года я занимаюсь вместе со школой. Я очень довольна результатом, то есть сейчас мой английский и то, что было год назад, это небо и земля. Я могу свободно поддерживать беседу на английском, я понимаю людей, люди понимают меня. Я могу прочитать статью на английском, могу посмотреть фильм. Я даже уже подыскиваю несколько обучающих курсов на английском, что уверена, что справлюсь с ними. Для меня не проблема ответить иностранцу, как дойти до метро. В общем, я очень довольна школой, и я очень довольна своим преподавателем. У меня преподает Саша Зиневич, это прекрасная девочка, солнечная, замечательная и отличный преподаватель. Я никогда не отменяю занятия английским, даже когда заболела, потому что знаю, что встреча с Сашей обязательно меня порадует, и я буду чувствовать себя лучше. И обучение в Скаинге выстроено здорово, то есть прекрасная программа и прекрасный виртуальный кабинет. Мне он очень нравится. Я полгода занималась без него. И, конечно, очень удобно заниматься в виртуальном классе, потому что вся домашняя, все аудио, видео, вся грамматика, все слова находятся в одном месте, в хорошем качестве, в удобном виде. Всегда можно обратиться, посмотреть, вспомнить. Я очень довольна школой, рекомендую всем своим друзьям, знакомым. И Скаингу я хочу пожелать процветания, дальнейшего развития, чтобы они не останавливались и придумали все новые-новые фишки. Спасибо вам большое и спасибо, Саша, огромное.